Будем ли мы заслушивать тут? Пожалуйста, Сергей Юрьевич Архипов. Или Геннадий Вячеславович, вы будете? У нас городские системы теплоснабжения, вопрос продаж котельно, глава администрации пояснит. Спасибо, Сергей Юрьевич. Власть меняется. Надо молодым чиновникам помогать. Я возьму на себя все удары. Уважаемые депутаты, теплоснабжение города осуществляется в рамках действующих договоров с теплоснабжающими организациями. Мы постоянно мониторим исполнение этих договорных обязательств, как и с нашей стороны администрации, так и со стороны теплоснабжающих организаций. Единственная проблема, которая у нас в последнее время возникла, это не выполняются пока устные договоренности со стороны теплогаза о покупке котельных и оборудования, которые у нас пошли в прогнозный план приватизации, и мы надеялись на это. И надеялись не только потому, что нам выгодно их продать и использовать эти денежные средства для развития города, а в том, что, купив это имущество, котельные, теплогаз мог бы более эффективно, мог бы полностью заняться модернизацией этих котельных, вкладывать деньги именно в инвестиционную программу, что он сейчас не может делать, потому что у «Газпрома» позиция такая, вкладывать ресурсы, денежные средства только в свою собственность. Пока в этом направлении ничего не потеряно, потому что «Облгаз» пока однозначно не сказал, что он не покупает, а наоборот говорит, что он принимает все меры, что он согласовать непосредственно с «Газпромом» покупку этих котельных, потому что я говорю, что это выгодно обеим сторонам. Наверное, вот такая короткая информация, так я готов на вопросы ваши. Это про подключение. Пожалуйста, депутат автономный. Геннадий Вячеславович, мы вот говорили вчера в фракции, да, что есть перечень мероприятий различных организационных, технических, которые способствовали бы тому, чтобы понудить «Облгаз» к выкупу этих котельных. Создать им такие условия, что им тяжело будет отказаться от нашего предложения. Вот, и поэтому у меня там совет или просьба, давайте соберем комиссию какую-то из наиболее опытных депутатов, привлечем промышленников и выработаем там на двух-трех страничках такую программу, пытаясь как бы своими действиями, значит, компенсировать без действия «Облгаза». Ну, если вы меня правильно поняли, это. Понимаете, не без действия «Облгаза». Еще раз повторю, что все пока упирается в то, что не получено согласие именно «Газпрома» на осуществление, именно на проведение такой сделки. «Облгаз», еще раз говорю, очень хочет все это выкупить, но без согласования «Газпрома» это просто сделать не может. Здесь такой процедурный момент. Может быть, помочь «Облгазу»? Какие дополнительные аргументы? Пожалуйста, депутат Шахунчев Владимир. А эффект у нас какой будет от продажи этих котельных? Только лишь получение каких-то денежных средств, либо все-таки какая-то будет экономическая составляющая выгода? В какой части? С точки зрения формирования тарифа на тепло, это одни из самых дорогих тепло, и в случае, то есть получается диверсификация, соответственно, где-то цена ниже, где-то цена выше, они там плюсуют, делают усредненную, то есть и вот здесь вот какой-то экономический эффект будет наблюдаться в этой части? Спасибо. Для нас экономический эффект, это понятно, это получение денежных средств, которые мы направили на, опять же, развитие города.
для облгаза это эффект, еще раз говорю, именно экономический, в том, что проведя модернизацию, то Кверхаус сказал, минимум мы затратную часть свою понижаем на 15%. Вот они уже это просчитали, что дает модернизация и оборудование котельной. Что они сейчас не делают, еще раз говорю, по причине того, что это не их собственность. То есть на тариф это никак не будет отражаться? Нет, однозначно на тарифах разговоры были такие, что вот по этой модернизации, по идее, они должны быть ниже. Потому что затраты по Луганск будут вести гораздо ниже, минимум на 15% по содержанию этих котельных. То есть это только плюс, да? То есть если мы все-таки реализуем этот проект, да. А то я поддерживаю предложение Валерия Анатольевича. Валерий Геннадьевич, да, по-моему, то есть надо как-то помочь их к работе как раз в этом направлении. Спасибо. Валерий Владимирович, пожалуйста. Да, Вячеслав, у нас есть конституционное соглашение. Там, поскольку значит, мы его заключали, я помню, еще и прямо должны были все котельные, они модернизацию провести. Так я понимаю, что они провели ее частично тоже. Это первый вопрос. Второй, я тоже поддерживаю предложение, ведь есть еще варианты крышных котельных, которые рассматривают. Например, микрорайон Попова, он очень компактный, и там можно было рассмотреть вариант крышных котельных, которые существенно сэкономили нам оплату на тепло. Поэтому вот я прошу тоже привлечь к работе, надо в комиссионном месте посмотреть, какие предложения совместно с Облгазом, чтобы они понимали, что мы двигаемся по этому пути. Возможно, тогда будет как-то какое-то другое решение. Да, я отмечу, я тоже задавал вопрос, почему вы подписались о том, что проведете всю модернизацию, на что он сказал, да, мы начали, и у нас остановил как раз Газпром, что это не наше имущество, на котором мы вкладываем деньги. А по крышным котельным, давайте мы готовы. И по всем комиссиям мы всегда готовы входить, и я гарантирую, что мы поработаем, и тоже. Иван Юрьевич, пожалуйста. Что касается тарифов, у меня лично есть большие сомнения, что Теплогаз не поднимет тариф, потому что я не знаю такого собственника, который вложил первоначальные средства, и эффект этой модернизации явно будет не в течение там, 1-2 месяцев, и просто, скорее всего, все эти расходы будут предложены на жителей. У меня еще другой вопрос, Геннадий Вячеславович, а какая сумма у нас выпадающих доходов в связи с тем, что у нас, скорее всего, в этом году уже не пройдет приватизация котельных? И какие расходы мы, по вашему мнению, планируете сокращать? Оно, пока мы никакие расходы сокращать не планируем, потому что, говорю, еще переговоры все не завершены. Насчет касается, что увеличение тарифов, у нас бы все, наверное, коммунальные службы подняли бы тарифы, это до такого уровня, какие бы их устроили. Но не забывайте, есть тарифная комиссия при губернаторе области, которая это сделать не позволит просто. Вы смотрите на вопрос, какая сумма подачи готовы? Я сказал, 200 миллионов рублей. Пожалуйста, еще вопрос. Если вопросов нет, Лена, пожалуйста. Иван Юрьевич практически все мои вопросы задал, я просто тоже выскажу, соглашусь с его мнением. При формировании тарифа учитываются все расходы, которые идут на производство теплоэнергии, продукта. И вот затраты, связанные на покупку котельных сетей и модернизацию, это как раз те затраты, которые лягут в тарифное дело. И, безусловно, по моему мнению, тарифы от покупки котельных будут увеличены. Это однозначно, по моему мнению. А что касается вот этих 200 миллионов, я тоже хотел узнать, но вот как-то мне пояснили. Ведь под эти 200 миллионов, по-моему, на февральской думе закладывали какие-то мероприятия в городе. Эти мероприятия проведены, или будут проведены, или они отменены, или проведены за счет других средств. Еще раз говорю, пока никаких мероприятий мы не сокращаем. Пока они все в рамках финансирования у нас платят. Нет вопросов больше. Всем спасибо, повестка дня исчерпана.